Вот скажите, пожалуйста, вы хоть разу встретили кого-нибудь человека? Вот внимание обратите. Вот я вам скажу очень-очень важную вещь. Вот вы меня поймете сейчас. На минуточку, пожалуйста. Сколько лет человек живет в среднем? 70-80 лет, согласны? Но мы это с вами точно знаем. Кто-то 100 лет живет, кто-то нет, правильно? А вот 20-25 лет уйдет на школу. Так? Учеба, школа. Я бы сказал, 30 лет уходит на это. Пока опыт наберешь, пока туда там попитаешься, пока это. Вот понимание жизни начинает появляться после 30-х. Согласны? Как какая-то мудрость появляется, осознание появляется. Ну вот смотрите, после скажем, 60 или 70 активности жизни слабеет. Согласны? Вот ты же не хочешь работать 70 лет там, как 30-летие. Уже неохота, уже знаете, ценности меняются, возможно, цели меняются, возможно, взгляды меняются, уже человек чуть-чуть другой становится. Я хочу сказать, что вот это интервал сколько лет? 30 лет остается. А вот вопрос. Вы хоть раз увидели кого-нибудь, чтобы это 30 лет планировал? Я ни разу не встретил. А самое интересное, мы все знаем, что она есть у нас ресурс. Она пройдет все равно, если ты даже ничего не делаешь. А вы знаете, почему люди его не планируют? Они не понимают этого. Просто не понимают. Поэтому многого они не успевают, много мимо проходит, по течению живут. Как мы живем? Что придет, подходит, тем и занимаемся. Что придет, подходит, тем и занимаемся. Иногда, что выгодно кажется, этим занимаемся. Я мог объяснить? Что выгодно кажется, этим занимаемся. А я хочу вам сказать, вспомните матрицу времени. Вчера кто показал? Если мы будем жить по течению, внимательно посмотрите сюда. Вот этот человек, это окружение мир, скажем. Я просто так образно нарисую какие-то облака. Вот этот человек, вот такой. Это окружение мир. Если человек будет по течению жить, просто жить по течению, окружение мир начинает формировать почти более 70% его образ жизни. Его мировоззрение, его мнение, его идеологию, его, можно сказать, самочувствие, как он себя ощущает. Действительно, это так. Окружающий мир формирует его. А он будет всего лишь ведомый, будет исполнять, что мир говорит ему. Он будет просто ходить, делать то, что, ну ладно, давай пока временно картошка продам, базарить немножко. Ну что, посмотрим еще. Ну ладно, пока давай вот этим займемся, еще пара лет, зато жизнь проходит, скоро пенсия, дальше все нормально. Я даю вам слово, что многие люди не думают о своей жизни, они только думают, как в этом году прожить. Очень многие люди думают, как в этом году до конца года дожить. Согласны? А потому что их несознание, у него не хватает умственной энергии дальше заглядывать. А дальше заставить себя думать, это очень сложно, очень трудно. У меня учится 186 человек, или в дальнем, да, 186 человек индивидуальный. У меня мощные фильтра поставлены там. Через 5 фильтра я беру их. А потом еще все равно довести, через года полтора-два, частично большинство что отсеивается. Почему? Потому что я не хочу просто человека взять сюда, я хочу, чтобы человека реально помочь стать успешным. А чтобы реально ему помочь, он должен быть действительно работать над собой. Я не консалтинговая компания, которая за ним будет бегать. Нет, тебе нужен, сам бегай. Жизнь намного по-другому обучает, жестко. Это, теперь внимание обрати. Это означает, что человек, то есть я что хотел сказать. Я многим людям давал уроки, пиши стратегию своей жизни, пиши стратегию. Знаете, через месяц спрашиваю, не умеет писать, не знает, что делать. Когда человек не знает, почему человек не умеет, почему человек не знает? Потому что он не знает, как будет жить вообще. Это похоже, что утром ты проснулся, не знаешь, чем заниматься сегодня. А потом, что попало под рукой, этим займешься. А когда день заканчивается, ты оказываешься не там, где ты мечтал, или не там, где ты мог бы быть. Ты оказываешься в совсем другом месте. Многие люди, ошибка здесь, они ничего не добьются, потому что они не осознают, что вот это годы жизни нам всем дано, но его надо планировать.
Когда ты его планируешь, у тебя появляется жизнь со смыслом. Какой-то конкретный смысл появится, на котором ты можешь ориентироваться и делать. Теперь внимание. Если человек начинает ценности формировать, обдумать эти вещи, стратегии своей жизни составить, знаете, что я заметил? Он создает другой мир. Может быть, вот такой мир создает. Да-да, он создает другой мир. Это правда. Он действительно влияет на качество своей жизни. И мы именно этим занимаемся сейчас, ребята. Снова повторю, все, чему я вас буду обучать, вам нужно будет всю жизнь практиковать.